Тренеру сборной России нужна наша поддержка. Против него сейчас все, и прогнозы, и погода, и законы физики. Усатому тренеру усатая поддержка. Ее предложил Иван Ургант и сам отпустил усы. Мы начинаем акцию поддержки. Выкладываете свои фотографии без усов и с усами. К акции уже присоединились Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков. Всерьез и для развлечения, но многие уже поддержали акцию. Наша редакция также решила присоединиться. Усы теперь у всей творческой группы. Мы сбреем наши усы только в случае победы сборной России. Усы, как известно, бренд личности. Мы спросили у их преданных носителей, готовы ли они сбрить их ради исторического события. Во-первых, я не любитель футбола. И ради даже самой блестящей игры в этот спорт не готов делать какие-либо ставки. Во-вторых, я не любитель нашей футбольной сборной. И не потому, что я в них не верю, а просто вот в силу вот этих двух обстоятельств я не хочу собственный бренд, усы — это часть бренда, да, ставить в залог там, в зависимости существования усов от того, как сыграет та сборная, которой я мало того, что не верю, еще не очень люблю. Мои усы, они на своем месте, а спорт — это на своем месте, поэтому я их трогать не буду. Потом меня на улице не будут узнавать. Это будет для меня большой проблемой, это часть моего имиджа. Я легко соглашусь пожертвовать и усами, и даже своей бородой. Потому что прекрасно понимаю, что этого не случится. Несмотря на то, что в чемпионство нашей футбольной сборной верится с трудом, не все готовы сбрить усы. Хотя приз интересный. Победитель получит право сыграть на поле вместе со сборной России, выйти на поле на 20 минут во втором тайме матча с Уругваем. Альбина Слагараева, Александр Сабиров, Ирина Хабибуллина, Руслан Хуснутдинов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.